Доброго времени суток. Хочу всех поздравить с наступлением весны, с первым днем рассвета. Круто. Хочется, конечно, каких-то чувств, хочется чего-то, какой-то парности, наверное, кому-то, не знаю, мне и так хорошо. Я человек занятой, у меня есть вы. У меня есть семья, я прекрасно ощущаю себя одна. Мне мужчина для того, чтобы быть, не нужен, если честно. Будет прекрасно, но если нету, ну, значит нету. Давайте посмотрим, поздравить из 8 марта, да? Вот попросили меня сделать такой расклад. Поздравит ли он с 8 марта? Давайте загадаем человека и посмотрим. Поздравит ли он с 8 марта? Человек на выборе стоит, девчонки. И одно как из вариантов, девочки, это нет. Человек стоит на выборе, поздравлять либо нет. Один из вариантов, девчонки, все-таки у кого-то проиграется, что человек не поздравит. А почему? Потому что человек пошел вперед медленно, но верно, человек двинулся, рыцарь Пентакли здесь вышел. Не хочет он, видимо, возвращаться мозгами, какими-то еще запчастями, да, частями в то, что было когда-то. Человек уже прошел, ему уже это как-то, видать, не упиралось никуда. Человек идет дальше. Давайте посмотрим выбор. Здесь все-таки показана карта выбора. Один из выборов, да, один из выбора, из вариантов, господи, из вариантов, да, здесь все-таки не, нет. Давайте посмотрим, а еще есть вариант, у кого-то может по-другому проиграться. Вариант есть, что человек поздравит. Да, девочки, один из вариантов здесь тот, что человек все-таки поздравит. Поздравит. Человек захочет, знаете, своеобразно уравновесить, да, уважение проявить, да, показать, что все-таки помнит, ну вот, как сказать-то, такой жест... все-таки жест симпатии проявить, скорее всего, вот так вот, из-за того, что было раньше, да. Это будет так вот непринужденно. По пажу жезлов, девчонки, это будет так, как-то, вот знаете, так резко, как-то так хоп, и вот здравствуйте, да, вот разрешите мне вот поздравить со 8 марта. Какая-то открыточка может быть, сообщение, но это будет что-то такое не очень. Такой вот, девчонки, не очень. Хотя человек, вот именно, который поздравит, все-таки поздравит он из-за того, что все-таки вот внутри где-то он чувствует вот то, что было, да, оно было классно. Пусть оно, может быть, ну, как-то для вас было не очень, для него все-таки это значило в его жизни, вот. Как могу сказать, что-то сегодня заминаюсь, переминаюсь и так далее. Тут два варианта, девчонки. Мужчина поздравит. У кого-то проиграется, что мужчина поздравит. Поздравит, потому что чувствует необходимость поздравить женщину, да, какие-то открытка, какой-то смайлик, что-то такое человек пошлет, что-то короткое, недолгое. Ну, потому что он чувствует, что это надо, что человек все-таки был ему когда-то дорог по-своему. Второй вариант – не поздравить человек, потому что человек ушел. Ему уже это не важно, ему уже это не нужно. Человек более рациональный, нежели да, чувствует другим местом. Вот. Ну, вот так.